стянка, ну, как у обычного рюкзака, надеюсь, тут видно. Вот. Что очень удобно, потому что он гигантский, чтобы вам ничего не натирало и не передавливало плечо. Так, смотрите, что еще есть. Я начала, конечно, не с самого маленького. Гермомешок на 30. То есть, ну, это вот чисто вы один пошли в походик, взяли себе, значит, вещей. Ну, он примерно как 50-литровый, ну, чуть поменьше. Ну, то есть, вот, половина меня. То же самое, свернули, сложили ваши вещи под надежной защитой. Крафтовые. А вот обратите внимание, толщина просто донышка рафтового, практически как баллоны лодки по высоте. О! Поставь руку. А, он двойной? Нет, вот, вот, дно. На нем три человека могут спокойно сплавляться, на одном донышке, без баллонов. Варвар, есть у нас тут? Есть он у нас. Вот, кстати, обратите внимание, насколько именно конструкция, вот если так посмотреть, это сложнее, чем любая лодка, сделать вот такую, такие эти, качалку такую, это же сложно. Тут явно что-то замышляют. Вот что-то они замышляют. Вот видишь, они что-то замышляют. Просто красиво. Просто приятно здесь стоять. Просто посмотрите, прям красивый, розовый, и желтый, и оранжевый, и фиолетовый. Очень классные цвета, очень сочные, очень крутые. А вот это не ты разнес? Нет, нет. А вот и Слава Бокоплав. Здорово. Резинки, ты сюда вот делаешь сначала колечечки из веревочки, а через них уже резинку продеваешь. Вот, можешь через это продевать, это вот ручки универсальные. Ну, как это делать для зимней рыбалки? Значит, сюда складывается бур, все снасти, все, и тащится по льду. Плюс, как класс средства, если провалился, по крайней мере, ничего с тобой не будет. Я, честно говоря, завязал зимние рыбалки, два раза искупавшись, так серьезно искупавшись, что вообще третьего звоночка сдать не стал. А вот Андрюха меня тут сподвиг, и я, наверное, сейчас вернусь в зимнюю рыбалку, потому что, честно говоря, жизнь-то дороже. А это, если понятно, Вячеслав Голубев, один из известнейших питерских рыбаков, спортсменов, и, ну, как бы, можно сказать, номер один в Питере по, легенда. Как бы, ну, легенда, да. По рыбалке. Ну, естественно, умение быстро переориентироваться, умение чувствовать, умение понимать рельеф местности, рельеф на изучение заранее, тренировка, изучение заранее водоема, нахождение каких-то определенных локальных точек с рыбой. Это спортивная составляющая. Это нормально. А на его трудах все питерские рыболовы, те, кто ловит именно в черте города, у него там монументальный труд есть, да. Он журналист, блогер. Ну, чаще на рыбалке я даже не ставлю в одну на пойманную рыбу, сколько сам эксперимент. Что-то новое, что вот это, например, для меня новое. Интересно. То есть я как бы вот, как видите, сразу захотел. Так, ну давайте еще покажу, что здесь есть. Давай, давай, мне интересно. Можно фотографировать, можешь выкладывать куда хочешь. Все можно фотографировать здесь. Это маленький рафтик, кстати, маленький. Здесь в полтора раза больше. Вот это очень прикольные легкие моторочки. Такие чисто речные. Да, вот двойка, это единичка, это двойка. Вот здесь собирается корпус рафта. А это акваштанги, в них воду наливают и тренируются. Вот такая вот лодочка, карманная, ее с собой возьмешь, она 3 килограмма весит. Вот. Подними, попробуй. Угу. Станок, который все это дело выкраивает. Мы не вручную краим, а вот на автомате. То есть на компьютере задали
программу, и она уже все четко, ровненько нарежет прямо детали. Остается только собрать. О как! Да. А это наш главный. Здравствуйте. Вот фиш-каяк, самая наша крутая рыбацкая байдарка. То есть для рыбалки идеально фиш-каяк Эва. Не, байдботик, блин, классный, желтенький такой. Блин, точно себе закажу такой для покатушек. Вообще здорово. Телефон не убирай, пошли дальше, показывать буду. Ну тут вот вырубки для того, чтобы фурнитуру делать. Хотя у нас большая часть фурнитуры уже на автоматическом станке режется. А вот смотри, вот такое ты мало где увидишь. Это цех волосатых тряпок. Это эрдек. Это материал, вот, ну, из которого вот как сидушка. На примере вот этого посмотреть, как это выглядит. Когда вот оно надувается, тысячи нитей заставляют превращаться надувное изделие в плоскость. А это сварка, вот сейчас изготавливается фурнитура, сварка токами высокой частоты. Вот так сейчас, раз, и деталька уже сварена. Большинство наших изделий свариваются горячим воздухом. Вот смотри, сейчас это будет процесс осуществлен. Вот смотри, вот это после сварки получаются корпуса. Вот они вот сварили, например, и вот корпуса. И корпуса уже идут на ручную сборку, оклейку. Всем привет. А тут у нас швейный цех. Ну, ясно, что. Вот тут делаются сумки, всякие там сопутствующие лодкам изделия. Вот, видишь, кто на наших рафтах катается? Вот, видишь, написано «конструкторская». Она именно делает вот это все, что потом в конечном итоге, что в конечном итоге превращается в окончательное изделие. Серьезный человек. Да, серьезный. Это главный конструктор, серьезный человек, да. Все? Да. Спасибо. Есть, допустим, идея или наша внутренняя разработка, или клиент пришел с разработкой. И вот чтобы это превратилось уже в изделие, вот как раз вот Юля и ее отдел занимаются тем, чтобы это на компьютере смоделировать, а дальше уже на системе там вот автонаведения. Да, автокроя и все такое, это дело все вырезалось. Серьезно? И потом уже собралось. Серьезно? А вот начальник производства, он знает все. Вот человек, который знает все, как любое изделие собрать и сделать. Лёх, можно тебя на секунду, тебя сфотографируют для блога? Уже снял. А, уже снял? Вот я, например, всех процессов не знаю, там конструкторы всех не знаю, а он знает все эти процессы. Как сварить, как склеить, как все. Вот. Соня, ты отпрыгни немножко, а то ты попой своей заслонила тут. Как тебе производство? Не хочется привлекать нецензурно, но офигенно. Мне понравилось. Мне понравилось. Меня удивило многое то, что, в принципе, я видел раньше на стандартном производстве лодочном. И то, что я видел здесь. Такое разноплановое, разные направления, причем такие неординарный подход к каждому. И, в принципе, по выходу получаются такие изделия, ну, с моей точки зрения, не то, что там креативные, они употребимые, они креативные, они необычные. Это вот мое мнение, вот именно просто посетили полчасовом производстве. Потому что такого многого я просто не видел. Ну, а 75 моделей лодок и примерно 500 с лишним надувных изделий ассортимент. Как вот то, что сейчас уже каталожный ассортимент. Не такого количества что... людей, которые работают, это были как... Вы что тут, героические эти, в тилетку 4 года? Без выходных работают люди, что я могу сказать. Вот так, знаменитый Вячеслав Голубев, он же Бокоплав, посетил наше производство и был впечатлен. Такие вот новости. С вами был Андрей Санар. Всем пока.